Хей, йога, с вами Жмики, мы продолжаем проходить игру под названием Dead Space. Так, время подрубил. Поехали, поехали. Мы с вами закупились в прошлой серии. Да хера стазисом. О, еще один идет. Воу. Здоровяк. Кредиты. Приятель, ты живой? О, там еще один вижу. Вилка. Приятель. Не знаю, тут какой-то новый противник у нас, здоровяк. Почему я это делаю? Чтобы, если будет заразитель, чтобы он его не заразил. Потому что заразители атакуют, ну, нападают только на тех трупы, которые более-менее имеют конечности, которые можно полноценно использовать как живой материал. Да, хорошо, здесь еще патроны. Так, вижу, там что лежит. Здоровяк лежит. Да хера патронов просто. Черт. А это очень хороший предмет. Валяется. Ой-ой, сколько вещей полезных, ё-моё. Сколько мне на эту пушку патронов? Достаточно, ладно. Поэтому я думаю, только буду с этими двумя бегать. Так, я чувствую, что... что какая-то жопа будет происходить. Поэтому гу, я баллоны с собой возьму. Несколько штук хотя бы. Потому что я вижу, тут вообще люков нету, меня могут только сбоку атаковать там. Чик-чик. Хотя... Блин. Когда я не знаю безопасного места. Вот это более-менее... Как бы. Все, поехали. Но я смотрю на этих врагов и думаю, что будет сейчас мясо. Воу! Тихо. Все? Или еще есть? Пипец здесь добра. Пипец тут всего полезного. Не, я, наверное, тебя возьму, слушай. Это что у нас? Средняя аптечка. Давайте я вот эту аптечку брошу. А у тебя возьму. Тут очень много полезного. Очень много. М-м-м.
А, кстати, куда мне тогда идти? А так я ж включил, разве нет? Запуск двигателей. Меня оно убьет? Думаю, не должно. Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Вот, вот, вот эта дорога как раз нас приведет к магазинчику, ребята. Что позволит мне... Что сделать? Правильно. Быстро все пробежать и пропродавать. Мы здесь не были, поэтому нужно осторожно. Мрачненькое место. Так, вот это патроны, походу, по идее, дорогие. А я... Фу, это моя тень. Я, кажется, знаю, куда это проход. Вентиляция. Айзек. Айзек. Привет. Это я. Николь. Нет, это не тот проход, о котором я думал. Айзек, Айзек. Айзек, Айзек. Сейчас все делаем красиво. Так, есть рюкзак, средняя аптечка, переместить, переместить, продать, переместить, 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 переместить. Я думаю, этого мне будет достаточно, чтобы сейчас сбегать, пособирать быстро все, что мы не забрали. Когда я говорю все, это значит все. Потом быстро прибежим. Так, у меня много места. Да. Две хилки, там еще будет хилка, там будет много патронов. Поэтому нормально. Так, еще здесь собрать. Инжектор найти. Они дорогие, потому что их можно будет хорошо попродавать. Типа, я не буду их больше в складе там собирать. Если можно их продать, я буду их сразу продавать. Тут что-то есть? Нету. Так, хорошо. Хорошо. О. Две полторушки. Так, здесь патроны валялись. Их уже нету. Так, здесь еще что валялось. Вот, да. О, сколько мы добра поднабирали. Там уже точно будет у нас 1008, уже точно. Даже может 1009. Или даже десяточку. Плюс один узел, считайте. Так, на третий этаж. Я не знаю насчет узла, там стоит взламывать.
Или нет? Чел, я ж тебя убивал. Окей. Он восстановился. Я не понял, почему он восстановился, но ладно, не буду вникать. Так, мне туда. О, это газы. Вчера так было пугать только что. А у меня узлов уже нету, да? У меня два узла? Так, стоять. Откуда у меня узлы? Все, места нету. Вот это будет бросить. Вот это будет мне лучше, потому что патроны от нее подороже будут стоить, чем вот этим много их будет. Так, и у меня еще должен быть один стазис, если не ошибаюсь. Вот опять, видите, все, у меня уже типа забит этот. Бросить. Возьмем побольше. Вот об этом я и говорю, типа. Что места не хватает. Ни на что. Да-да-да. Прилипали. Что здесь у нас было? Мужик. Или там пустота была? Мало хилка. Ё-моё. Как же тяжело выживать здесь. А смотрите, у нас еще на спине палки, видите, еще есть. Может, теперь, если я буду дальше костюм прокачивать, но именно в ХП, то типа они будут тут прибавляться. Тут будут прибавляться. Нужно будет это проверить. Хотя я могу один этот узел туда использовать. Мне бы вообще узлы в ХП использовать. На самом-то деле. Так. Давай я, наверное... маленькую хилку брошу, хотя вот опять я слышу крики, но не те крики, которые нужно бояться. Все, короче, больше в эту часть мы с вами не возвращаемся. Побежали, продаем шмотье. Шмотоньки. Топ. Жуткая музыка, но это посрать. Вас она не напугает. Ага, у меня еще тут патроны валяются. Так, рюкзак, поехали. Продать.
Так, стоять. Плазменная энергия. Готово. Короче, нужно полностью рюкзак освободить. Переместить. Ни хрена ты 65 тысяч стоишь. Так, аптечки пускай лежат. Поехали. Ну что-то жутко чешется носиком. У меня до хера аптечек. Давайте продаем аптечки. Все, хватит. Малые пускай остаются. Опять до хера патронов. Все, пускай это остается. Это потому что все мои патроны. Много таких у меня. Готово, все. Теперь что мы делаем? Переместить. Хватит, я думаю. Рюкзак. Переместить. Сейф. Переместить. Смотрим. В принципе, 4 свободных слота. А давайте я лучше все-таки это. Рюкзак. Да, вот это продам. Сюда переместить. Хотя 6 зарядов мне не хватит. Это должно хватить, я думаю. Так, у нас 75 тысяч. Ухо. Поехали покупаться. Вилки. Пипец, вот оно стоит 5000, а мы за 2500 продаем. Что за херня? Так, 7 узлов. Изи прокачка. Сохранится. Так, а теперь бы мне верстак найти. Верстачок ты мой, верстачок. Так, мы возвращаемся обратно, нужно перезарядиться. Патроны. А, все, да? Так вот. Меня уже все приглашает в другую локацию. Что? Давайте тогда пойдем к этому. Для прокачки место. Потому что я не знаю, когда мы вообще найдем в следующий раз верстак. Я хочу прокачать себе персонажа. Поехали. Ближайшее место. Верстаком. Находится здесь, внизу. Если мне хватит, я прокачу полностью своего челика по хп. Ну, плазменную я не буду прокачивать, потому что у нас уже все есть. Лазерную винтовку. Хотя можно лазерную винтовку вкачать. Ну, нет. Так, сколько у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поехали. Раз. Готово. Да? Да. Так, что еще здесь? X. Воздух можно, в принципе, прокачать. Плюс 20 секунд. Так, готово. Нет, у меня эти не по... или поприбавлялись. Или нет? Что-то я не замечаю их. Вот у меня больше их стало? По идее, да. У меня их было тогда только 4. Да? По идее, да.
А, не суть. Не суть. Да, полетели. Задание выполнено. Блин, а представьте, сколько мы дропа потеряли за две другие, вот за первую и за вторую главу. Это жопа ведь. Наверное, столько этих было денег, кредитов, боже. Ну, кто знал, ладно. Зато у нас новые механики, видите, типа, с вами появились, что мы можем вот так себя апгрейдить хорошо. Так, а что мне по инвентарю? 5 свободных слотиков. Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Патронов. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. 26 тысяч. Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Вау. Так, и... А, там у нас тут верстак поблизости был. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Давай, давай. А, Тюм, я просто значок увидел. Повернуть. Все? Да, кажется, там никого нету. Магазин у нас есть. Здорово. Когда мне новый уровень брони дадут? Магазин пополнился. Лазерный магазин у нас теперь есть. Не, защитная броня мне не дается. Лазерный магаз. Серьезно? 2000 за 2. Пипец вы цены грохаете. Манать. Ладненько. Слишком крупное место. Ни хрена себе. Внимание, зафиксирован пробой. Сейчас скажи, что-то будет. Айзек, попадание в мостик рядом с тобой, но герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Заставь чертовы пушки работать. Мостик, ответьте! На нас напали! Повторяю, на корабль напали! Открытие, мы атакованы! Что, черт возьми, это такое? Они уже перебили почти весь персонал палубы! Оружие на них не действует! Мы долго не сможем их сдерживать! Вы что, мне предлагаете новый этот юзать? Ого, этот с бегом, стоять. У нас уже магазин недалеко. Казалось. Продадим вот эти. 6 штук. Ну. 2 магазина полных этих. Килки продадим. Давайте еще эти продадим. Малые аптечки, думаю, мне не нужны. Так. Тихо. Не-не-не-не. Малая аптечка. М-м-м.
магазин. Давайте еще один узел купим. А хотя давайте два. Сколько мы с вами узлов, да, покупаем? Так, мне бы еще сохранялку найти где-то. Мне сейчас нужно магазин. Хотя 125 патронов. Нормально. Это нормально. Еще магазин такой. О, сохранялка. Мне как раз сюда вниз нужно. Пипец, она пробила дно. Так, тут я был. Ну все, да, в принципе, можно сохраняться. Или погнали, я еще продам вот этот магазин тоже. 25 штук. Типа, я больше получаю, чем трачу. Средние птички, средние. Я думаю, пускай так и будет, в принципе. Думаю, меня не так сильно будут коцать, и мне будут давать боеприпасы и все такое. Может, закончим серию или пойдем? Потому что, как бы... Давайте сделаем по-другому. Так, мы сейчас с вами здесь. Кстати, а где я там верстак упустил? Я что-то не видел. Иди, вот там где-то дверь должна быть. И там верстак. Иди и ты, да? Там закрыто. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Сегодня у нас такая серия была торговля. В основном торговля. Зато сколько мы с вами прокачали всего. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Сделаем первую сохранялку и как раз посмотрим, как глава называется. Я что-то упустил этот момент. Глава у нас называется... Смерть неизбежна. Поэтому всем пока.